Это в одну и тот же квадрат бьют. В один и тот же, в 15 час началось. А сколько всего упало снаряду? Мы даже не знаем. Да с десяток. По Никита все? Да, по Никита. Десяток упало где-то. Раз, Пацаева, Батюка, Рынок, Рынок, тут, да. Возле меня. Быткиня. Вот. Химия, возле меня. Вот там. Это только где-то 8, что-то тут. Еще опять. Вот. А каким калибром, не знаете? Не, не. Тут 20-ка, по-моему. Посмотрите. И по снарядам. Ну, если перебила вот арматуру, гляньте. Угу. Идите еще середину снимите, Виктор Александровна, кабинет директора, идите. На первом этаже месяц назад они остановились в это время. Ага. Если что, звоните. Это у нас тут сайт, где радио наше тоже ставят. Читаю, вы знаете, кстати, нравится газета. Да я ее покупаю на почте, по-моему, да? И на почте. Да, я на почте плачу и покупаю. Так, Александр, ну вы же спецуган. Давайте, это... Все же было готово. Смотрите. Стекла лежат вообще. Ужас. Ни одного лак стекла он тоже нет. Смотрите. Все готово. Теперь все на вылет. А сколько всего окон пострадало? Сегодня? Ну да. Ой, это получается да, около 30, наверное, если не больше. Потом в спортзале только 6. Ой, без спортзала. Вот. Спортзал был вообще готовый. Вообще, видите? Мазали после того обстрела. Был вообще готов. Знаете? Угу. Ну да, наверное, окон 40. Если такой 40, если получаете спортзал вот. Около 40 так где-то. Так знаешь, обидно, Ольга, ты ночь, я вам обидела у тебя. Только я пошел убить. А всыпалась потом. Да все, он видишь, он чуть-чуть. 15-20. Мамка, ты слышишь? Я говорю, слышу. Я говорю, детвора, встаем с пола, в кабинете у меня спали. Пригинаемся, только мы пригнулись, в кабинете стекла полетели. Мы подскакиваем сюда в коридор, только в коридор, в бух вестибюле стекла полетели, и гарь серо пошел.